понедельник по православному календарю начинается сырная седмица. Последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица. Для верующих эта неделя считается своего рода подготовкой к Великому посту. Мясо уже не едят, но разрешены молочные продукты. Каждый день недели имеет свое название и традиции. Например, понедельник называется «Встреча». Люди делают соломенное чучело масленицы, на месте для гуляний сооружаются горки, а также снежные крепости. Кроме того, в этот же день заготавливают продукты к праздничному столу. Хозяйки пекут блины. Мы спросили у тверичан, какие у них есть семейные традиции. Мы блины печем на постоянной основе, потому что у меня маленькая дочка, и блинчики она любит всегда, вне зависимости от масленицы. Но, думаю, масленица – это отличный повод и с ней приготовить блинчики, и в целом русские народные традиции нам потушить. Буду печь в субботу, прощенное воскресенье. Дочка с зятем придет. Будете угощать? А как же, масленица. Вот из-за этого дрожжей купила, мука есть, все нормально, творог. Масленицу мы, конечно, отмечаем. Мама уже затворила тесто. Я бегу на тренировку, а после нее сразу на блины.